С мая 2017 года будут выдаваться специальные личные книжки волонтеров за печатью Министерства по делам молодежи и туризма Республики Дагестан, деятельность которых будет иметь стаж не менее 2 лет. Все это проводится для того, чтобы фиксировать участие добровольцев в акциях и выявлять наиболее активных, сообщила на встрече актива Координационного центра волонтеров Хасавюрта, исполняющий обязанности начальника отдела по делам молодежи и туризма Айшат Атаева. Отметив, что участие во всех проводимых мероприятиях служит стимулом и вдохновением для созидания и действий. Это важно и приятно для осознания, что проводимая работа находит единомышленников в лице молодого поколения. Кто-нибудь из вас видел волонтерскую книжку? Там она заполняется как трудовая книжка. То есть вид вашей деятельности, что вы проводили, когда проводили, с кем проводили, с какого года и так далее, она заполняется точно так же, как и трудовая книжка. Среди вас, скорее всего, есть студенты, которые после второго курса, а это 11 классов, базу получают у себя в колледже и собираются, наверное, поступать в вуз. Может быть, есть. Эта книжка служит таким хорошим подспорьем для баллов. За эту книжку дают то ли 20, то ли 25 баллов, смотря какой вуз. В продолжении встречи перед представителями городских волонтерских корпусов при среднеспециальных учебных заведениях, молодежных центров и общественных движений выступил руководитель координационного центра Шамиль Разаков, отметив, что добровольческая деятельность волонтерами должна проводиться во всех направлениях – в социальном, профилактическом, патриотическом, спортивном, трудовом и с различными категориями населения. Разаков также выразил благодарность всем волонтерам города за твердую гражданскую позицию. Что касается освящения вашей работы, понятно, наша религия призывает скрывать, да, ваши благие дела, чтобы не хвастаться этим. Но сейчас идет разговор не о том, что мы хвастаемся, а о том, что об этой работе нужно говорить, чтобы, например, есть люди, например, тот или иной, которые вроде хотят помочь кому-то, да, вот они хотят что-то сделать, но они не знают, как это сделать, к кому подойти. Благодаря тому, что мы освящаем свою работу, больше людей об этом узнают, и у нас больше получается волонтеров. По словам Айшат Атаевой, за 2016 год городскими добровольцами было оказано содействие в более чем 70 мероприятиях, из них около 50 на территории города Хасавюрт. В общей сложности участие в нем приняли более 600 волонтеров. Такая интенсивность показывает рост активности благотворительной направленности городской молодежи и поддержки проводимой работы руководства города и общественных организаций, подчеркнула Атаева. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».